Итак, сделать блинчики. Наливаем 1 литр водички, добавляем туда 2 ложки сгущенного молока, добавляем щепотку соли, жменю сахара и щепотку соды. Перемешиваем все миксером. Перемешали, потом добавляем туда 3 яйца. Взбиваем опять миксером, потом в массу добавляем где-то 2 жмени муки, я не знаю, там кружку муки, вот так вот. Потом добавляем черпак 1 постного масла, черпачок вот такой вот, ну обычный стандартный черпак. Все перемешиваем миксером. Потом берем сковородку, разогреваем, наливаем где-то 1 черпачок. Вот. Раз это вот жарим блинчик. Жарится блинчик. Я буду делать блинчики с мясом. Покрутила фарш. Ну, мясо покрутила, превратился в фарш. Я просто сделала это в блендере. Пожарила отдельно лучок. У меня небольшой лучок. Вот сейчас пожарится мяско, и потом добавлю туда лучок, все перемешаю. Вот такие вот блинчики уже напекла. И вот немножко у меня еще нужно допечь. Вот. А так блины получаются очень вкусные. Дальше посмотрите, как я буду их заворачивать. Вот так вот. Итак, пожарили блинчики. Теперь берем 1 блин, кладем мяско, получается, в мясо фарш покрутили на мясорубку, добавили туда лучок, потом перец, соль, пожарили все это. И вот так вот завернули, получился блинчик с мясом. Вот. Далее берем еще, показываем, блин. Добавляем там 2 чайные или 1 столовую ложку мяса в блинчик. У меня обычная свинина. Заворачиваем вот таким способом. Потом уголочек, еще уголочек, и сворачиваем до конца. И вот такие вот получаются блины. Вот у меня получилось с 2 литров воды. Получилась вот такая вот стопа, наверное, блинов 40. Вот, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. Вот такие чудесные блинчики получились. Блины с мясом. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте пальчик класс. Приятного аппетита всем.